эти ребята? Незнайка! Подожди. Незнайка! Да. Тебя на весь цветочный город слышно. Ты с чего вдруг запел? Как это с чего? Сегодня же Международный день матери! Вот и сюрприз готовлю. Сюрприз? Это замечательно! Может быть, тебе нужна помощь? Ты что, еще и петь умеешь, что ли? Я? Нет. А вот мои друзья, вокальный ансамбль «Карандаши», поют просто замечательно. Сейчас я тебя с ними познакомлю. Незнайка, знакомься. Вокальный ансамбль «Карандаши» из культурно-досугового центра «Октябрь». Привет! Девочки, ну а теперь расскажите про ваш коллектив. «Карандаши» – это коллектив, который занимается в КДЦ «Октябрь». Мы исполняем разные эстрадные песни различных характеров. Я считаю, что наш коллектив – это одно большое сердце, во главе которого стоит наш руководитель Наталья Павловна. В «Карандашах» я занимаюсь 6 лет. Сначала я пела в первом составе с песней «Мы единое целое». А когда я познакомилась с нашими девчонками, то я поняла, что мы и есть единое целое. Я пришла в коллектив «Стать звездой». Мы здесь все дружные и веселые. В коллектив «Карандаши» я пришла в 2019 году. Я люблю музыку, а в «Карандашах» мне нравится ритм жизни и новые творческие идеи. Я знаю, что вы принимаете участие в различных фестивалях. Расскажите, какой из них запомнился вам больше всего? Мне больше всего запомнилась наша первая поездка на серьезный международный конкурс в городе Сочи «Радуга талантов». Кроме конкурса, мы еще отлично отдохнули. У нас был огромный комплекс с бассейном, мы ходили на боулинг и танцевали до упаду на вечеринках. А мне больше всего понравился международный конкурс в Казани «Гармония культур». Там мы получили множество дипломов лауреатов и еще посетили уникальный памятник Казанский Кремль и сфотографировались возле кукольного театра. Он был такой большой, такой красивый! Как это интересно! В городе Екатеринбурге мы заняли наше первое гран-при. Мы визжали, обнимались, были очень рады. Я очень люблю посещать разные конкурсы в разных городах. И очень люблю петь для профессионального жюри. Девочки, какие вы молодцы! Как интересно! Ну, теперь я точно готов петь! Так нельзя петь! Сначала нужно разогреть связки. Повторяйте за нами. О-хо-хо! Ничего себе! Вот это разогрев! Ну что ж, друзья, встречайте вокальный ансамбль «Карандаши»!
хочу я, чтобы мир на всей планете, чтобы войны не гремели, не пугали, чтоб хватало нам любви, тепла и света, чтобы счастье, чтобы зла совсем не стало. Ва-ва-ра-ва, а море словно небо. Ва-ва-ра-ва, искра ища лизонца. Ва-ва-ра-ва, а я закину небо. Ва-ва-ра-ва, поймаю рыбу в солнце. Рыбка моя, рыбка, рыбка золотая, выполни скорее все, что пожелаю. А море словно небо, искра ища лизонца, а я закину небо. Большое вам спасибо за такую замечательную песню. Теперь я точно научился петь. Слушайте. Здорово, да? Спасибо, спасибо. Маме точно понравится моя песня. Ребята, и вы не забывайте поздравить своих мам и бабушек. Браво!